Привет, друг. Ты опять листал ленту Ютуба до преисподней и попал на мое видео? Ну тогда поставь лайк и подпишись. Мне будет приятно, и тебе не придется больше листать ленту Ютуба. Интересное видео будет тебя уже ждать на моем канале. Ну а сегодня я также продолжаю путь к северу. Взял я, в общем, задачу по сбору КЗС-2 и выходим. И да, кстати, КЗС-1 у меня был уже на складе, а я его не заметил. Корни вонючки и симаганы я зафармил уже. Сейчас я покопаю прикопы на агропроме, сдам чермет и словно забухаем. Забартерим КЗС-2, то есть хотел сказать. Те, кто давно меня смотрит, наверняка знают, что я очень везучий на выброс. Сегодня, как мы видим, не исключение. Вот и вернулся из командировки с агропрома, и иду сразу же делать КЗС-2. Закидываю все бартерные предметы, бартерю, закидываю на склад и двигаем дальше. Взял я, в общем, задачу по сборке КЗС-3 и побегу сейчас на свалку, чтобы покопать прикоп. Точку спавна менять я не буду, так как с фотона ближе. Ну а сейчас, конечно, не по теме, но смотрите, как я подцепил 3 спота шавок и убегал от них. Я давно говорил, что собаки — это самые злые боты из всей игры вообще. Просто безжалостно готовы тебя разорвать, когда особенно их очень много, как и у меня в этой ситуации. Игру я эту очень обожаю. Если не собаки с ямы, так собаки с завода догнали. Ну, все как обычно. Пока я бежал до бара, меня запкашили раза 4, и я очень вдохновился, так что ждите завтра видео про пкашеров. Смотрите, каждый раз накидают собак с одного спота штук по 7. Так что посчитайте, сколько их с 3-4 спотов. Простая арифметика, 3-4 спота равно поджог жопы. 30 минут там лежал мой хлам, и туда даже никто не заглянул. Это очень удивительно для бара. В общем, взял я точку спавна на баре и бежим теперь фармить. Ну и вот, спустя очень-при-очень долгий фарм, я наконец-то насобирал резов, и можно начинать бартерить. Извиняюсь, на секунду потерял из виду КЗС-3. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, друзья, и удачки всем.